На стадионе Высокогорец состоится очередной матч в рамках чемпионата России. Футболисты команды «Ураль-ЦНТ» проведут домашний матч против соседа по турнирной таблице Курганского «Тобола». Отмечается, на этой встрече у тагильчан есть все шансы заработать победные очки и продвинуться вверх по таблице. Матч состоится в ближайшее воскресенье, 10 июня, в 6 часов вечера.